На данный момент у нас ведется посадка лип мелколистных в количестве 448 штук на улице Большой Красной. Высажено на сегодняшний момент на Большой Красной 26. Вчера посадили и сегодня сажаем 33. Привезены липы из питомника Саватеевых. Это Тула. Они адаптированы, у них выращены лет 15 этим саженцам. Кома, как видите, уже сформированы. Они прошли несколько количество пересадок. Это по технологии питомников так положено. На данный момент вот они здесь сейчас будут высаживаться. Они более устойчивы к городским условиям. Подземная подвязка для закрепления кома дерева. В этом году впервые на Большой Красной, на Карла Маркса, на центральных улицах будут использоваться такие подвязки. Тут невозможно ставить наземные растяжки. Они мешают, во-первых. Во-вторых, неэстетично смотрятся. И в-третьих, на этих улицах будут приствольные решетки, а их очень сложно надземные ставить. Приствольные решетки, как там через них вытягивать, это сложно будет. Это уже ком закрепляет. В течение года обязательно мы будем ухаживать до тех пор, пока деревья не приживутся. Когда жара пойдет, полив у нас учащается. Деревья не любят пересыхание. Корни должны быть всегда в увлажненном состоянии.